Законодательное собрание Ямала добивается ликвидации поселка, который принадлежит республике Коми. Как сообщает Лента.ру, в населенном пункте на ямальском железнодорожном полустанке проживает всего 2 человека. Ранее им предлагали переселиться в поселок Елецкий под Воркутой, но те отказались. Сейчас станция представляет из себя несколько заброшенных хозпостроек и наполовину разрушенный дом, в котором и проживают единственные жители, а семейная пара. То есть, по сути, как считают ямальские депутаты, поселка нет. Выяснилось, что де юре населенный пункт принадлежит республике Коми, и решение о его судьбе могут принять только власти нашего региона.